Здравствуйте, уважаемые зрители. Данное видео я хочу посвятить письму. Письмо написал мне мой покупатель. Вот эти приборы Аквапэм впервые 3 дня назад от момента данной съемки мы начали продавать. И первый клиент, ну почти первый, я не знаю, он был какой по счету, но в первый день кто купил, вот один из этих людей написал отзыв свой. Этот отзыв я хочу сейчас вам озвучить. Показать переписку текстом, вы сейчас ее увидите. На мою почту человек писал, я ему ответил. И, собственно говоря, вот насколько показательно это. Человек ведь даже и до конца не верил. Ну, надеялся, верил мне и просто решил взять. Но не ожидал, что будет такой эффект. Я очень рад за этого человека. Я также рад за всех людей, кому мы помогли, продавая, поставляя знания и вот эти разные технологии, в том числе по водородной воде. Посмотрите также вот это видео, которое было опубликовано вчера от момента данной записи. Из этого видео вы сможете, ну скажем, уяснить про данную технологию многое, по крайней мере, общие сведения. Да? Это будет очень важно, кто еще не смотрел. Ну и, пожалуйста, что ж, слушайте, смотрите и делайте выводы. Ждем ваши отзывы, ваши наблюдения, ну и те из наших покупателей, кто уже приобрел и будет приобретать эти приборы, не стесняйтесь, тоже пишите. Может быть, кто-то видеоролик захочет сделать для меня, чтобы мы опубликовали. Ну, я буду очень рад, только признателен. Ведь поймите, чем больше людей поймет, что это не глупость и не выдумка и не обман, а истина, просто жизнь, то тем будет лучше для этих людей. Потом, впоследствии, они поймут, как они заблуждались, те, кто не верил, те, кто охаивал, и так, такие же тоже люди есть. Но тем самым вы сделаете большое хорошее дело. Но я буду вам благодарен, мне будет проще, ну и всем нам только лучше. Я надеюсь на это. Приятного просмотра, всем самого хорошего, крепкого здоровья, до новых встреч. Ну а теперь я зачитаю вам письмо вот Максима Олейника, вот нашего зрителя и покупателя. Но в конце пару слов еще скажу. Итак, поехали. Здравствуйте. Написал отзыв по новому прибору Аквапэм, но не смог его разместить на сайте, так как количество символов превышает 1000 единиц. Отзыв большой, писался от чистого сердца. Не хочется его сокращать, вырезать. Не могли бы вы разместить его полностью? Я дал задание своему программисту, он разместил. Вот текст. Всем здравия! Хочу поделиться радостью от использования данного устройства. Это мой первый опыт приема водородной воды. Пользуюсь всего 3-й день, но эффект уже есть. Это просто чудо. Началось все с первого заряда воды на 9-минутном режиме. Это было в 12 часов ночи. Я выпил полную колбу вкусной водички и пошел спать. И знаете, что произошло? Неожиданно для себя я ощутил прилив энергии. Перехотелось спать, сознание прояснилось. Появилась легкая эйфория, вдохновение, мысли шли быстрее и стройнее обычного. Сказать, что я был поражен, ощутив этот шквал светлых чувств, ничего не сказать. Все сомнения насчет прибора сразу рассеялись, изначально были небольшие сомнения. И на этой волне счастья, в полумедитативном состоянии благости и благодарности за происходящее, я пролежал около часа, потом уснул. С утра первым делом побежал наполнять и включать устройство. Это была любовь с первого контакта. Я реально влюбился в эту воду и теперь не представляю своей жизни без нее, без этого устройства. Конечно, при следующих приемах воды таких ярких ощущений уже не было, но этот первый раз запомнится навсегда. Далее хочу описать лечебный эффект, который появился как раз тем утром, о котором я писал выше. После включения устройства я пошел в туалет. И тут меня опять ждало приятное удивление. Мочеиспускание прошло ощутимо легче обычного. Периодически затрудненное мочеиспускание стало одной из причин, по которой я и приобрел данное устройство. И теперь могу с чистой совестью утверждать, что с самого начала употребления заряженной воды я ощущаю улучшение в этом интимном вопросе, чему несказанно рад. Также у меня очень хорошее кровообращение в руках и ногах. Они часто холодные, долго отогреваются и так далее. Но теперь я уверен, что с волшебной водой эта проблема решится. Надо только подождать. Тут, дорогие друзья, я хочу прервать письмо и попрошу своего помощника вставить сюда с моего сайта nadgar.ru из раздела «Отзывы». Отзыв как раз вот по этой теме, как, по-моему, женщина купила для папы воду и что произошло буквально в первый день, по-моему. Ну, почитайте. Продолжаем. Напоследок хочу отметить, что и в других отношениях данный прибор прекрасен. Красивый внешний вид, устройство выполнено в хай-тек стиле, отлично украсит любой интерьер.
Когда наблюдаешь, как оно работает, генерируется водород, горят светодиоды, сразу возникает сравнение с капсулой повышения здоровья из книг, фильмов, игр про будущее. Смотришь на прибор и понимаешь, что это будущее уже наступает, и ты приобщаешься к нему в числе первых. Качество материалов, генератор, колба, крышка, зарядка – все сделано из надежных и приятных на ощупь материалов. Это чувствуется при первом контакте с устройством. Удобство и простота использования, компактность. Прибор небольшой, аккуратный. Сенсорная кнопка приятная и легко воспринимает прикосновение. В общем, пользоваться этим прибором – одно удовольствие. Я очень рад покупке. Товарищи, я на личном опыте убедился, что вся информация от Фролова Юрия Андреевича и отзывы о подобных устройствах – чистая правда. Я испытываю неподдельную радость от употребления водородной воды и использования этого прибора. Это лучшее вложение 25 тысяч рублей в моей жизни. Чего и вам желаю. Благодарю Юрия Андреевича и всю его команду. Желаю процветания. И удачи нам всем, люди добрые. С уважением, Максим. Я благодарю, Максим, вас за данное письмо. Действительно, от души, искренне, очень приятно, очень рад. Так и должно быть. Конечно, не все люди, возможно, ощутят такие же изменения, да, сразу, так быстро. Кто-то, может быть, еще быстрее, хотя уж куда быстрее с одного стакана. Кто-то медленнее. Пожилые люди так вообще очень быстро, как я уже говорил и отмечали наши другие зрители. Я под данным видео, дорогие друзья, еще опубликую ссылочки. Посмотрите, пожалуйста, отзывы людей, разных людей, молодых, пожилых, кто верил, кто не верил. То есть про плацебо здесь вообще речи не идет, это глупости. Ну, что и доказывают сами письма, это письмо и другие отзывы. Посмотрите, знайте, ну, у вас есть возможность уникальная быть здоровее, сделать и продлить жизнь вашим пожилым, например, родителям, бабушкам, дедушкам. Это реальная возможность, это огромное дело. Смотрите мою теоретическую базу вот в этом видео, где я объясняю физико-химические свойства воды, перед телевидением там снимали меня, да? Посмотрите все это, изучайте, пожалуйста, не ленитесь, это ваша жизнь. Ну и дальше я вам покажу, просто вот единственное, что почту мы замикшируем, ну, сами понимаете, по какой причине, это было бы некорректно по отношению к Максиму. А началось все вот с чего. Писал он 31 мая еще. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда в продажу поступит аналог генератора водорода Хеллоби? К тому моменту Хеллоби не было, я составил письмо, и мы опубликовали, что подождите, дорогие друзья, хорошие качественные Хеллоби, нами поставляемые, родные с завода, заводские, под нашей маркой, все, кончились. А будут другие приборы, да, будет другой, самый лучший прибор, подождите, ну вот немножко. Ладно, и вот я написал, да, 1 числа. Здравствуйте, это будет скоро ясно, на днях, думаю, через неделю. Ну и вот потом уже, соответственно, Максим просто приобрел и написал сегодня, и я сегодня же озвучиваю вот это его письмо. Ну, пожалуй, наверное, на этом все. Не хочу делать ролик длинным. Все, дорогие друзья, здоровья вам крепкого, возможностей огромных, вот, в связи с технологиями, которые мы представляем, лучшими, качественными, сделанными специально приборами, да, под наш заказ с учетом всех проблем, которые в мире, недочетов, проблем, а грех, который существует в технологии производства приборов по генерации водорода и свободных электронов. Здесь этих огрех нет. И в завершение хочу сказать, что данный прибор можно купить только у меня на сайте nadgard.ru и нигде более. Всего хорошего, до новых встреч!